один, гоу! Фафнир, давай! Давай, лупи его! Давай! Дима, идем быстрее, я что-то покажу! Пошли! Ну, показывай, что ты там нашла? Вот, смотри, какие прикольные! Оживашки! Они оживают! Класс! Давай докажем! Давай! Поэтому у нас сегодня 3D, 3-маркер челлендж. И в конце видео мини-конкурс. Поэтому смотрите нас до конца. Какие они яркие, прикольные и разноцветные. Раскрась, наведи телефон и оживи. Вот это супер! Ребята, а какие они качественные! Обложка, плотный картон, листы до того плотные, что ни один маркер не перейдет на обратную сторону. Кстати, о маркерах. Смотрите, у меня есть для вас необычные маркеры. Они ароматизированные. Здесь 10 цветов, и каждый имеет свой запах. Даже клубничка есть. И клубничка, и бананчик, и виноградик, и вон даже, по-моему, черничка. Классные? Да. Так, ну что ж, а теперь давайте в наших разукрашках-оживашках выбирать картинку для 3D 3-маркер челленджа. Да. Ну что ж, смотрите, какие здесь разные монстряшки. Какого выбираем? Вот этого. Отлично. Ну что ж, начинаем. Закрывайте глазки, выбираем по 3 маркера. Не жульничаем, смотрим, что у нас там. Тим, ты 3 маркера уже выбрал? Да. Так, показывайте, что у вас. У Маши оранжевый, фиолетовый и синий, а у Тимы зеленый, голубой и... Это бежевый какой-то или розовый, такой интересный цвет какой-то непонятный. Да. Ну что ж, теперь мы посмотрим, куда твой маркер улетел. Теперь посмотрим, какие у нас получатся картинки из ваших маркеров. А наши зрители, наши подписчики оценят, у кого же лучше. Пока Тима и Маша разукрашивают наши картинки, оживашки, я установлю на телефон специальную программку «Анимар». И мы потом с помощью этой программы оживим наших монстряшек. Меня так фломастеры пахнут. У меня пахучая картинка. Да, чем же у тебя пахнет? Такие вкусные, что их сложно различить. Потому что они уже все смешались, наверное, да? А как они будут оживать? Я нашел, будем что-то делать? Ну, наверное, по идее, это должно быть вообще как мультяшка какая-то. Вот будет прикол, что именно этот монстрик может делать. Мама, у меня похоже на Лунтика. Точно, у Маши-то выбрала такой цвет, что этот чудик прям действительно похож на Лунтика. А Тима основной цвет еще не разукрашивает. А, он у тебя зеленый будет. Я поняла, это Лунтик и Кузя. Шо, у кого красивей? Голосуйте! Ребята, голосуйте, какой вам больше чудик нравится? Тимон зеленый или Машин фиолетовый? Мы их назвали Лунтик и Кузя. И сейчас мы их попробуем оживить! Да! Смотри, я оживил своего Кузю! Класс, он такой милаха, Маш, смотри! Тебе нравится? Да! Посмотрите, рядом с ним даже дерево есть!
А слышите, как будто птички поют? Да. Здесь и звук есть, и он двигается. А ну нажми на него. Ого, что это он, бамбук съел чей огурец? Огурец. Он еще и смеется с тебя, Тим. А ну покорми его чем-то. Банан. Какой суперский. Маш, тебе нравится? О, лимон. Лимон. И не скривился даже, смотри. Там кто-то либо еще пролетел, или птичка пролетела. Птичка. Смотрите, здесь еще дерево есть. Ой, камни. Супер. Это как в кино. Как в мультфильме. Да. Так, ну теперь давайте попробуем Машиного оживить. Да. Ты мой ожил, мой лунтик. Смотрите, а у Маши какой прикольный. Он тоже ест что-то. А ну нажимай на него, Маш. Так. Тоже ест огурец. Такой веселый. Смотрим, как другие монстряшки оживают. Посмотрите, какой этот чудик. Если до него дотронуться, он побежит. Ай, в бассейн убежал. Прикольно, и опять прибежал. Так, а следующий что делает? Так, это какой-то такой утконос или кто это? Он нас что-то зовет. Тю-тю-тю-тю. Так, давайте. Сейчас. Смотри, он, это какой-то слон. А у тебя кто там, Тим? А ну давай посмотрим. Кто это такой? Смотри, какой рогатый чудик. А ну давай, нажми на него. А, он читает. Тима, учись, даже монстрики читают. Ух тышка. Тима, Маша, ну как вам раскраски-оживашки? Супер! Ребята, а вам понравилось? Ставьте класс, кому понравились такие оживашки. И, кстати, мы очень их рекомендуем приобрести и даже оставим ссылочку на сайт, где их можно купить. А теперь мини-конкурс! Итак, кто первый правильно напишет в комментариях, сколько раз мы сказали в видео слово «оживашки»? Тому небольшой приз! Тому мы вышлем сюрпризик, тоже связанный с оживашками. А теперь приветики! Первый привет Алексею, Арсену, Артему, Механик и Боди! Привет! Удачного дня Артему, Ване Панкевич, Васе Ро и Ене Полтавец! Привет! Привет от нас Данилу, Диме Собакарь, Ивану Бук и Илье Про! Привет! Привет от нас Илье, Лего Никит Шоу, Мише и Никите! Привет! Здорово, ребята! Никита Юрко, Паша, Ренат Корев и Дима! Привет! Хорошего настроения Дане, Соне, Димону, а также Илоне, Максу и Ната Коши. Привет! Привет передаем Никите, Андрею, Рокси и Серому Волку. Привет! И еще приветик Тиме, Сэм Ворд, Шадов и Ютуб. Привет! Подписывайтесь на канал Тим Видыч и Маша. Пока-пока. Пока, друзья.